Город и дороги. Тема актуальная, а с приходом весны особенно. С одного из ключевых вопросов начал беседу с горожанами в прямом эфире глава Самары Олег Фурсов. Больше всего жалоб на дороги, которые не ремонтировали больше 12 лет. Это так называемый межремонтный промежуток, который был пропущен на многих улицах. Отсюда и ямы, и трещины. В прошлом году подход к дорожному ремонту поменяли кардинально. Во главу угла ставят качество, за которым пристально следят. Уже сейчас дорожники временно латают проблемные участки сухим асфальтом. Это единственная возможная технология при такой погоде. Менять асфальт планируют начать уже в конце апреля, начале мая. А значит, к середине лета автомобилисты поедут по новым дорогам. Капитальный ремонт ждет 17 улиц, в том числе Волжский проспект, Осипенко, Аврора, Антон Вовсеенко, Земица. А вот залатать огрехи прошлых лет подрядчикам придется за свой счет. Ревизию дорог уже провели. К сожалению, был период, когда требования к качеству работы были невысоки, несмотря на то, что деньги выделялись. Я могу вас заверить, что те дороги, которые ремонтируются в городе, начиная с 2015 года, таких проблем иметь не будут. Как обыкновенный автолюбитель, так же, как и большинство наших граждан, я тоже испытываю определенное неудобство от состояния дорог. Но поверьте, власть делает все для того, чтобы эти дороги приведены были в нормативное состояние. За 2 года мы должны отремонтировать капитально 60 дорог. Это очень серьезный ремонт от фасада до фасада. И под эту задачу необходимые средства выделяются. Мы с этим справимся. Внимание автомобилистов приковано к дорогам, а пешеходов волнует доступность общественного транспорта. На муниципальных маршрутах, как рассказал глава города, появится еще 43 новых автобуса. Закупят 20 троллейбусов и столько же трамваев. Ставки делают на городской транспорт. В перспективе он должен превалировать над частниками. Тему благоустройства самарцы тоже не обошли стороной. Администрация поддержала активных горожан. Вместе отстояли дубовую рощу рядом с храмом трех святителей. Я выезжал туда. Один из первых моих визитов по городу был связан с этой рощей. Там вековые дубы. И, конечно, преступление эти деревья отдавать, значит, под застройку. И я рад, что вот наша команда, наши юристы сумели найти юридические возможности отказать в выдаче разрешения на строительство сетевой компании. Мы ведем сейчас переговоры с тем, чтобы эта земля была возвращена в ведение муниципалитета. И, конечно, стройки там не будет. В первую очередь, благодаря активной жизненной позиции жителей, ну и нашему пониманию, как должен выглядеть город. Что будет с созданием на улице Клинической, где раньше располагалась Академия государственного и муниципального управления, еще один вопрос от горожан. Планируется вернуть его детям. Здесь откроют школу. С ростом рождаемости нарастает и вопрос нехватки школ. Если проблему мест в детских садах для детей от 3 лет в Самаре уже решили, то со школами предстоит поработать. Задача стоит, чтобы дети учились только в первую смену. Поставлена задача президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в обозримом будущем до 2025 года перевести все школы в односменный режим работы. И возврат зданий, ранее принадлежавших общеобразовательным школам, один из наших приоритетов. Поэтому в этом году мы изучим повнимательнее, что из себя представляет это здание, насколько оно требует капитального ремонта. После этого будут определены суммы для того, чтобы школу привести в нормальный учебный вид. Жители поселка Аэропорт 2 волнуются, чем займутся дети после уроков. Просят восстановить старую хоккейную площадку. В ближайшее время в поселок вернется зимний спорт. Мы в этом году очень внимательно отнеслись к строительству хоккейных коробок. Их более 100, они в неплохом состоянии, за ними есть уход. Этим занимаются сейчас главы районных администраций. Для нас очень важно, чтобы вот жители подсказывали нам возможности влияния на досуг молодежи, на развитие спортивных навыков. Обязательно хоккейную коробку откроем. Воплотить в жизнь все эти планы возможно при наличии денег в городском бюджете. В непростых экономических условиях большое внимание экономии средств. Чиновников в городе уже стало меньше на 20%. Больше 420 миллионов рублей удалось сохранить за счет грамотного проведения торгов. Муниципальные предприятия тоже заставили работать по-новому. С каждым провели собеседование. Итог: за год предприятия города увеличили прибыль в 6 раз. Мы стали экономить очень серьезно на содержании чиновников. Это связь, это пробег автомобилей, это приобретение мебели. В этом году мы реализуем значительную часть машин из гаража.
администрация. Больших преобразований ждут самарцы в год 430-летия города. Тем более на него выпадает ряд других круглых дат. 55-летие первого полета Юрия Гагарина в космос, 50-летие улицы Старозагора. Город должен расцвести. Не в переносном, в прямом смысле. Благоустраивать будут не только дороги и тротуары. Скверы и клумбы разрастутся значительно. Нами принята программа «Цветущая Самара». В этом году мы увидим огромное количество цветов в нашем городе. Надеюсь, что представители частного бизнеса подключатся к этой программе. В два раза мы увеличим количество цветников. Ну а праздники сентябрьские, 430 лет нашей Самаре, 50 лет Старозагоре, они будут, наверное, логическим завершением летнего периода, периода отдыха, накопления сил. И с хорошим настроением мы идем в осень и в зиму.